фильма. Вы не поверите, но у нас какой-то велик отличные новости из Чикаго. Шкала жестоких преступлений пошла на спад впервые в этом году. Знаешь, нет, мы без понятия, где ты и куда путь держишь, и что с тобой стряслось. Но где бы ты ни был, там и оставайся. Я уже говорил, что это такая. Дорогие друзья, всем привет. Я вас очень люблю. Я здесь. Мне было очень плохо. Я честно вам скажу. Во-первых, мне было больно, что те друзья, которые мне говорили, что меня любят, вчера даже не позвонили. То есть я ездила в полицию. Я писала заявление. Мне говорили, что меня прибьют, обольют кислотой у подъезда, да? Обидно просто, обидно. И какие-то там конченые пишут мне в основной аккаунт, что «О, да ты придумал Андрея, да? Ты еще что-то думал». Какие люди просто бывают вот гнилые, гнилые. Мы, говорит, тебя любим настоящую. В смысле настоящую? Я настоящей стала, я стала показывать все, что у меня есть. Если раньше я старалась выставить, что у меня все офигенно, что я там лакшери чика, что у меня дофига мужиков, что у меня идеальные там любовники. Сейчас я говорю все как есть, понимаете? Что да, я с мужиком начала встречаться, я полюбила его, влюбилась. Он оказался там, ну, как он мне сказал, что у него с женой сложные отношения, типа, но при этом он с ней давно развелся, якобы, да, она просто манипулирует ребенком, ну, мне вот это вот зачем, да, ну, как бы вот. Ну, я всегда хочу верить в лучшее, понимаете, я хочу верить в лучшее. Я здесь веду эфиры, основной аккаунт есть, просто здесь я могу ругаться и говорить, что хочу. Привет всем, привет всем, привет. Кстати, все ли поставили лайки на мое видео в основном аккаунте с прической? Я хочу что-то изменить, потому что, когда у меня происходят какие-то потрясения, я начинаю думать, что нужно что-то менять. Ну, вот знаете, если бы мы все знали, зачем нам тот или иной мужик, мы бы ни с кем не начинали встречаться, мы бы соломинку подложили, как говорится. Нас цепляют те мужики, которые мы, ну, которые мудаки немножко. Вы понимаете, да? Да, мы на отдыхе, вот. Оль, а? Повернись. Ой, такой фильм смотрел, шикарный, скажи, «Жажда смерти» с Брюс Уиллисом. Ой, просто шикарный фильм. Шикарный фильм. Просто мне уже надоело, то, что мне постоянно говорят, ой, ты выдумываешь, ты еще что-то. Да, блядь, я как раз-таки вообще сейчас ничего не выдумываю. Я как раз-таки вот тот момент, когда я говорю все как Маш, есть. Ты картаешь, от и до, понимаете? Естественно, разговаривай. Вань! Ну, Маш, ну чего ж ты орешь-то, а? Я просто не знаю, да, какую мне лучше прическу, я хочу что-то изменить. Мне думаю, либо снять и сделать первый вариант, вот как я выставила, либо в темный, либо темный нарастить афро кудри, ну короче. Ой, Анатолий, привет. Еще я решила здесь сделать для вас розыгрыш каких-нибудь крутых подарков. Ну, я так предполагаю, к своему юбилею. Вот. То есть. Что? Молодец. Вот это правильное решение. У меня будет чемодан алкоголя там. Можно. Да, грильницы, Дайсон, ну, короче, что-нибудь прикольное. Мне понравился первый вариант. Да нет, просто у нас как было с Андреем. Он изначально наехал, чтобы... Я ему дала денег за еду. Потом он начал задаривать меня икрой. Потом деньги 50 тысяч прислал. А за ресторан было 19. А потом он начал, ну, короче, много чего. И он хотел, чтобы я влюбилась, привыкла, а потом закрыла свой рот, понимаете? Ой, Кристина пришла. Сделай розыгрыш. Да мне вообще... Слышишь, Анастасия, я тебя сейчас вообще заблокирую. Слышишь? Кто поймет? Я ради тебя, да, типа, устрою, чтобы все поняли.
Да вся страна знает, что я самая честная баба. Вы что, гоните? Как не стыдно вообще-то? Я сейчас пожалуюсь, кто ее сюда добавил? Чего? Какую-то тёлку добавили. Она говорит, сделай здесь розыгрыш, все поймут, что честная. Я не выкладываю скрины в основном, сука, аккаунте, потому что за это блокируют. У меня 27 скринов о том, что я всем все отсылаю. Кристин, я не могу прокомментировать эту ситуацию, то, что тебя кусают. Крис, держись, у тебя тяжелые времена очень. Мужчины тебя подводят. Видишь, внешность не главное, Крис. Главное — это фортуна. Крис всегда с нами. Скоро мы будем тусить. Она даже не понимает, на каком событии. Маш. Да, я молчу, мам, все, я замолчала. Маш, ты знаешь, все-таки вот иногда у тебя язык вот он дает. Это, очень люблю. И мы вас тоже любим. Мужики обмельчали. Каре, кисуль, ты с ним бомба. Крис. Я не уйду наверх. Там не ловят на втором этаже. Не надо меня прогонять. Не надо меня прогонять. Не надо меня гнать. Маш, ты затыкаешь мне рот. Мама смотрит здесь сутками телевизор. Вы понимаете? Это какой-то кошмар. Ты сейчас вообще шутишь или что, мам? Не поняла. Тогда тихо разговаривай. Ты сейчас шутишь мне, мам? Ты что, мам? Ты сейчас шутишь? Ты должна прокомментировать. Так тихо. Иди на второй этаж смотреть, телевизор там есть. Не хочет. Омск, привет. Ты бомбезная. Ну, а то вы только это, узнали. Крис, меня гонят отсюда, ты понимаешь, да? Меня гонят. Мне здесь шикарно. Я так заустала за это время, что мне здесь шикарно. Мне кажется, что мне лучше черный цвет. Вот, вот темный. Я с ним... А! Роковая женщина. Мам, ты знаешь, над тобой люди смеются. Тихо. В смысле? Мне все равно. Все. Все, сейчас его убьют. Ой, такие красивые. Семья такая красивая. Ой, ой. Все. Че, мам? Ну, доченьку спасите. Я вот что пью. У меня там виски и вино. Конечно, я выпила. Вы что, я рассталась сегодня со своим мужчиной? Все. Мам, ты реально прикалываешься? Маш, просто? Иди, Маш, иди. Мам, выключи, ты-то смотришь пятый час. Мам, ну прошу тебя. Ой. Что там, мам? Скажешь? Убили всех. И зачем ты это смотришь? Маш. А. Вань, спасай Олю. Маша, быстро, быстро, уйдет, доченьку возьмите. Вот так я живу, ребят. Вы теперь понимаете, почему у меня телевизора дома нет? Какой канал это, мам, быстрей? Все, все. Три, ТВ-3. ТВ-3. Что все? Девочка осталась одна, мать и отца убили. Зачем ты эту херню смотришь? Она вырастет и отомстит за всех. А зачем ты в субботу это говно смотришь? Очень хороший фильм, шикарный. Всех убили, шикарный фильм, да? Ну, девочка. Мам, отвлекись на инста-семью. Мам! Алло! Мам! Маш, ну остань, ну в конце концов, ты чего? А Маш, что? Ну иди наверх. Как? Зачем? Я тебя в ресторан зову. 20 минут до закрытия ресторана. Я не буду есть. А я голодная. Иди и купи мне что-нибудь. Тебе купить? Принеси хлебушка мне. Какого хлебушка? Ну, просто... Как фильм называется? Спрашивают все хотят. А не написано. Катарея. Я был на твоей конфирмации.
Мама, ответь людям, они переживают. Он был как отец для твоего отца. Да, ребят, это какой-то кошмар просто. Я живу как в кино. Да она смотрит, это 20-й час. Вы знаете, что сегодня было? Что случилось? Что я сегодня сама залипла на какой-то полной херне. Там, значит, муж, какая-то Ванга. И я 3 часа не могла выйти. Потом мама говорит, подожди, сейчас начался второй фильм. Значит, девушка забеременела от чувака. Мне не стыдно. Я вот ничего не слышу, ты орешь. В общем, девушка... Тихо, подожди секунду. Ты знаешь, где она? Девушка забеременела от чувака, который... Маш! Обворовал банк, оказался так в тюрьме. Что, посмотри, сейчас на какую громкость я сделаю. Ты что, с ума сошла, мам? Просто... Вот, он оказался в тюрьме. Она говорит, вот, жизнь тебя учит. И, знаете, я начала смотреть, и в итоге до 5 вечера я из номера, сука, не вышла. Вы вообще понимаете... Она, значит, забеременела от чувака, который в тюрьме, ездила к нему на свидание в эти комнаты на 3 дня. Потом он начал с нее требовать денег, а потом он сказал, что он ее убьет. Начал ее шантажировать, забрал их ребенка, вытащила... Короче, это был ужас. И я смотрела вот это все целый день. Вот это, эти сериалы впервые за 30 лет. Вот это да. Поймайте эту маленькую шушку! Вот это девочка. Поглотила. Она нужна живая! Какая девчонка. Крутая. Мам. А! Чё? Что? Подожди, выключи на секунду. Тебе второй телефон принести? Звук выключи на секунду, мам. Нет, не могу. Я не слышу. Подожди, я не слышу. Там со второго этажа кричат. Что? Второй телефон? Да. Мне некогда. Ну, Маша, иди, я же не буду голову смотреть. Мы с тобой в ресторан собирались. Бля, как меня достали все. Подержи секунду, я отнесу ему второй телефон. Я не смогу сейчас. Ой, вот извините, я не могу. Маш, ой, здравствуйте, извините. Вы знаете, когда я для расслабления... Ой, да, Ева. Итак, девчонка прыгнула, как она все это... Ой, так, там кто? Она убивает, будет цветок оставлять на месте убийства. Название цветка Коломя. А чем закончить, скажите, хорошо? Прямо мне это важно. Я всегда даже готова посмотреть. Конец фильма. Ой, мне некогда. Называется «Мне некогда». А девочка какая красавица. Девочка, я просто вообще обалдела. Я просто офигела. Что ты приехал, когда выручать типа меня? Маш, что ты картавишь язык? Маша, какой Андрей? Уже Андрей... Мне некогда. Это мне Наташа ответила. Посмотри, мне напишут, чем закончится быстрее. Коломбиана называется фильм. Как? Коломбиана. Коломбиана? Давай виски пить, мам. Ну что нет, ты эту херню вижу, смотришь? Маш, спроси, чем закончится. Вот представляете, ребят, вот я сейчас вас позвала бы в ресторан, да, поесть, а тут смотреть какую-то херню сидеть, тут такой Маша, воздух. Машенька, я не могу больше, ты меня очень... Я уже не могу просто. 10% я вас люблю, целую, идите в основной аккаунт. Я там сейчас повыкладываю сторис.